И километров 30 от бора оказались в глухом-глухом лесу. Идет такой, метра 2, может 3, ну, страха глаза велики, в высоту, весь в черной шерсти. Ой, не хочу об этом говорить. Всем привет, меня зовут Ксюша, и я вместе со своими коллегами приехала на то место, где в последний раз видели йети. И мы в течение нескольких дней будем находиться в лесу и расположим несколько камер на территории леса, чтобы запечатлеть йети. Так познакомлю вас со своей командой. Так, это Настя. И мне попить. Так, Настя, так, это Кирилл. Кирилл, помаши в камеру. Кирилл у нас, кстати, абсолютно не верит в йети. Йети, скажи мне по этому поводу что-нибудь. Действительно. Ну, я прежде всего с вами поехал, чтобы доказать, что это все сказки. Йети вообще никаких не существует, а в интернете ролики это все так-то монтаж. Монтаж. Да. Ты уверен в этом? Конечно, уверен. Ну, посмотрим. Посмотрим. Обязательно. Так, это Влада. Влада, Макс и Катя. Чего вы делаете такое? Мы сейчас статью ищем, чтобы посмотреть, где последний раз видели йети. Катя, смотри, я карту достану. Понеслась. Ну-ка, у тебя? Да. Сейчас пойдемте. Пойдемте. Вот как-то все так и будет происходить. Я буду записывать свои дневники и дальше. Озеро, там домик лесника. Там нам такую легенду рассказали про йети. Легенду. Да, там были очень страшно было. Два мужчины охотника, они ночевали в этом домике лесника. И когда ложились спать, они занялись... И что, какие у него были глаза? Гораздо больше человеческих. Несколько раз. Стойте! Мне надо отойти. Куда ты опять? Ну надо мне. Ладно, давайте подождем. Далеко еще? Да. Надо как-то успеть к самому голове. Что там? Что случилось? Там, это, он, там, черт, да, там, блин! Что ты видел, что ты видел? Черт, он, это, там, там, воды, дайте ему воды. Что ты видел, что? Там, там, дай воды, дай. Успокойся, успокойся, сядь. Расскажи, что ты видел? Там. Что ты видел, расскажи. Какого роста? 2.5, 6. Черная, ходит. В общем, один раз я его силуэт просмотрел, все, ушел. Не видел больше. Куда ушел? Туда ушел, точно туда. Ты внимательно разглядел? Да, 2.5, говорю же, 2.5 метра. Успокойся, успокойся, все. Ребят, давайте примем решение, что поодиночке мы больше не ходим. Надо. Давайте, надо собираться, все. Пока не стемнело. Берем вещи. Ну, давайте здесь ставить. Ну, давайте, более-менее. Кирилл, ходишь за дровами? Я из лагеря. Один, не ногой. А так кто сходит с Кириллом за дровами? Где у нас костер-то будет? Вам, вот дров, да, вот тут костюмка. Мы думали, вы все развели. Да. А вы что-то лень? Итак, подошел к концу первый день нашего пребывания на месте жизни йети. И сегодня произошли довольно страшные, леденящие кровь события. Ну, сегодня мы вокруг лагеря
разместили камеры видеонаблюдения, то есть даже когда мы будем ночью спать, вся территория будет подсвещена камерами ночного видения. Мне кажется, что эта женщина все-таки не права. Нам нужно искать другие доказательства. Успокойся! Сейчас Кирилл с Максимом придут. Это хорошо. Он! Это он! Что случилось? Что? Что случилось? Рот, вставайте, что какой-то ветер сильный, слышите? Прям палатка под дом ходит. Рот, встаем. Слышите, какой ветер? Чего? Ветер сильный, слышите? Ребят, слышите, какой сильный ветер? Сегодня ночью произошел случай, который подтвердил существование йети в этом лесу, в этих районах, и мало того, йети нас спас. И я думаю, после этого случая мы не будем его больше беспокоить, и на этом существование наших дневников прекращается. Всем до свидания!